Здравствуйте, меня зовут Рахманов Махмуд, мне 24 года, я из Республики Узбекистан, город Ургенч. Всем землякам салам. Увлекаюсь спортом, занимаюсь, вот. Хобби у меня — пиццу готовлю в компании Додо Пицца, очень люблю пиццы. В 2012 году выиграл в Республике по вольной борьбе в Узбекистане, вот, кандидат мастера спорта. А по любителям, по ММА нет. Конечно, хотел бы, это очень интересно, и готов на все показать себя и выступать постоянно. Думаю, это интересно. Я хочу стать профессиональным бойцом ММА. Вот для этого я тренируюсь в клубе «Ахмат» под руководством тренера Матвея Перешивайла. Вот я думаю, он мне поможет добиться своей мечты, успехов. Он хороший тренер, мне нравится, как он тренирует. Вот. И также я хочу попасть в UFC, также стать известным бойцом. Вот. Я вот решил начать вступать в лиге MFC. Мне там нравится. И я бы хотел бы испытать себя против Петра Яна, бойца UFC. У него сейчас хорошая победная серия, он хорошие бои показывает. Вот мне интересно. Вот. А пока что у меня ближайший бой 27 августа против Шалапова Рамазана. Вот я хочу к нему обратиться. Рамазан, ты там хорошо готовься, потому что я тебя вынесу. Всем спортсменам мои пожелания, чтобы хорошо все выступили, подготовились нормально, чтобы было красиво и зрелищные бои, чтобы зрителям все это понравилось. Спасибо.